Иркутская область готовится к юбилею драматурга Александра Вампилова. В память о великом писателе во всех муниципальных образованиях пройдут «Вампиловские дни», в рамках которых будут организованы различные выставки и творческие вечера. Презентация всего цикла мероприятий состоялась на его родине, в поселке Кутулик. С рабочей поездкой там побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он посетил Центральную библиотеку имени Вампилова. Она находится в плачевном состоянии. Зданию требуется ремонт. Проведя капитальный ремонт, мы точно заявляемся в Министерство культуры Российской Федерации, чтобы получить статус уже модельной библиотеки. И это уже другой фактор, формат работы. Поэтому сегодня во многих уже учреждениях культуры это происходит. И с нашей стороны мы ее ставим как приоритет нашей работы. Уже в марте этого года будет принято решение о сроках начала капитального ремонта библиотеки, а также Краеведческого музея имени Александра Вампилова.